Как бы, ну как знаете, типа, знаете, у вас есть друг, например, да, какой-нибудь пиздатый. А, вот, и вы с ним раз зашли в дотку, постояли пару раз на лайне. И больше как-то, вы знаете, вот, ну, такой а, негативчик, как бы такой, знаете, больше, ну, типа, нет-нет, да уже, нахуй надо ему позвонить. Пивка хочешь выпить, думаешь, блядь, его позвать? Да нет, лучше сам. есть, да, такая нотка у вас? Бывало у вас такое в жизни? Прям пиздатый друган, с которым вы тусили, везде отдыхали. Но стоило пару раз, блядь, на линии постоять. И вот что-то как-то, знаете. Так, что-то книжка контактов полная. Давай кого-нибудь удалю. А, вот этот вот долбоеб на винге, блядь. Угу, угу. Знаете, да, такую темку? А, вот, ну ладно, да, да я сам такой друган, да я знаю, 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 это жестко, у меня такое было тоже с друганом, мы с ним общались, а потом что-то я за Джагу, блядь, Вангвард собрал и Манту, нахуй, и у него пердак что-то бомбануло, мы больше не разговаривали, не знаю, он что-то, а, я БФ собрал, я собрал Вангвард и БФ, и что-то ему это не понравилось, да, ладно, ладно, он говорит, надо было там Яшу, блядь, там этот самый, там туда-сюда, я говорю, понял, понял, я хотел в блядь, с БФом. Фу.